Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України Сергій Куніцин. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Пане Сергію, сьогодні всі активно коментують повернення до антитерористичної операції. Власне, ідея сприймається і депутатським корпусом, і суспільством, але єдине, за що сьогодні критикуєте і главу держави, це не введення воєнного стану на Донбасі. Які ваші думки з цього приводу? Ну, вы знаете, критиковать можно, но проблема все в том, что нужно понимать, что такое введение военного положения. Введение военного положения – это определенные решения. Многие воспринимают это как вот какая-то жесткая мера, которая, вот, так сказать, объявим военное положение и победим террористов. На самом деле это немножко не так. И нам же не форма важна, а суть, правильно? Президент два раза объявлял перемирие, давал возможность, и международное сообщество видело, и люди на Донбассе видели о том, что гарант Конституции протягивает руку к миру. Но что в результате? 27 убитых военнослужащих и десятки раненых, и десятки убитых и там сотни раненых гражданского населения. Поэтому введение военного положения это сопряжено с определенными решениями. Это вот, в случае освобождения каких-то городов вводится не только комендантский час, но и военная администрация. Нужно быть к этому готовы, к тому, чтобы должны быть люди, которые должны управлять этими процессами, там, городами, районами, областями. Потом это сопряжено с тем, что если даже на части территории страны вводится военное положение, то запрещаются какие-либо выборы. А как мы будем проводить выборы даже в Донецкой и Луганской области или перевыборы Верховной Рады, если мы ведем военное положение? Поэтому есть определенные сложности. Но то, что Верховный Главнокомандующий пошел на то, чтобы жестко сейчас ответить террористам, это правильно, потому что они использовали перемирие в своих целях, перегруппировались, подготовились, обстреливали десятки, сотни раз наши воинские части. Естественно, это ни к чему хорошему, к сожалению, не привело. Как вы думаете, насколько складно удалось решение Петру Порошенко поновить антитеррористическую операцию? Потому что все-таки международная спільнота заинтересована, чтобы мирным шляхом развязать этот конфликт. Ну, а мы разве не заинтересованы? Президент разве не заинтересован? Тоже заинтересован. Но не хотят мириться люди, которые там с оружием в руках воюют. Вы понимаете, вся проблема в том, что там с каждым днем все больше полевых командиров. И внешне там, там же в Луганске или Донецке, там Болотов, Пушилин, Борода, они там и другие декларируют о том, что мы там старшие, да, начальники в своих так называемых Донецких и Луганских республиках. И вроде бы даже соглашаются с перемирием. А при этом гибнут люди, гибнут военнослужащие. А это о чем говорит? О том, что с каждым днем все больше боевиков, полевых командиров, которые неуправляемые становятся. Там уже появляется Лисичанская республика, еще там какая-то другая. Там Гиркин, этот стрелок, сидит славянский, ему, по-моему, глубоко плевать на начальников в Донецке. Поэтому, безусловно, президенту это далось решение непросто. Продолжать войну – это же непростое решение, да? Это сопряжено с жертвами. Но промедление дальнейшее, если они декларируют, что типа готовы к перемирию, а при этом применяют оружие и убивают, ну, сами понимаете, у него просто не было другого выхода. Черговий раунд консультацій, якщо вони відбудуться, може призвести до того, що потрохи почне стабілізовувати ситуацію на Донбасі? Ну, я думаю, що здесь має бути комплекс мер, понимаете. Я в своє время Турчинову тому же предлагал Леоніду Даниловичу Кучму включить в этот процесс, и встречался с Леонидом Даниловичем, приезжал к нему, и он был готов в этом участвовать. Я знаю, что Кучма тоже предлагал свои услуги, потому что этого человека воспринимают и на Юго-Востоке, и в России, то есть стороны конфликта. Но, к сожалению, он тогда не был задействован, его опыт, его знания. А сейчас Порошенко его использовал, и Леонид Данилович ведет эти тяжелейшие переговоры. Понятно, что они первоначально, после всего, что произошло, они не могут привести к каким-либо результатам. Но уже даже то, что они начались, то есть сели, начали говорить, да, надо наговаривать. И нужен и третий, и четвертый, и пятый раунд. Конечно, из этого как бы блока вопросов нужно постараться убрать вот внешний фактор. Да, потому что границу в основном перекрыли, уже ну, такого потока там диверсантов, тяжелого вооружения, как еще там неделю-две назад, нету.
уже хорошо. И армия начала действовать жестко, и как следствие они несут большие потери, и уже раздаются голоса с их стороны. Они поняли серьезность намерений украинского государства, что давайте типа как-то договариваться. Ну а как по-другому? А ці люди, про які ви кажете, Кучма, президент Кучма і, наприклад, Віктор Медведчук, це бажання їх вплинути і стабілізувати ситуацію на Донбасі, чи це шанс повернутися в велику політику? Ну, слушайте, Леонид Данилович, я не думаю, що этот человек, йому там 76 лет, що він прямо, он 10 лет правил страной. Я не думаю, що він прямо хоче вернутися в політику. Он не в том статусе, не в том возрасте, хотя он молодец, прекрасно выглядит, спортивный человек, но он себе знает цену. Я могу сказать, что просто он любит эту страну, любит Украину, и он просто хочет ей помочь искренне. Вот мы с ним несколько раз встречались, он говорил, я готов, но просто как бы никому это было не нужно, вот до Порошенко. Что касается Медведчука, ну я не могу сказать о том, что... Я думаю, что он прекрасно понимает отношение к нему в украинском сообществе. И, скажем, я не думаю, что вот это прямо сейчас даст ему там какой-то огромный шанс для того, чтобы он смог вернуться в большую политику. Но, тем не менее, участвует, пытается что-то сделать, слава Богу. Пане Сергію, в рамках роботи тимчасової слідчої комісії, яка вивчає обставини трагедії в Луганську, загибелі наших військовослужбовців, збитий літак Іл-76, що на сьогодні? Є якісь попередні результати? Ми вже провели 3 или 4 засідання, завтра у нас очередное. І хоча комісія повинна працювати 3 місяці, нам дала Верховна Рада, ми хочемо як можна швидше вийти з промежуточним отчетом. І зараз председатель наш Олександр Черноволенко готовить промежуточний отчет. Я секретарь в этой комісії. Ми буквально вчора засідали. Ми вже заслушали десятки генералов, офицеров различных родов войск, структур, подразделений, представителей Генеральной прокуратуры, СБУ, МВД, разведки, там, контрразведки и так далее. У нас вырисовывается определенная палитра. Мы не судьи, но у нас есть две задачи. Мы хотим выяснить, что привело к трагической гибели 50 десантников и летчиков. Это безалаберность, расхлябанность, непрофессионализм или это предательство. И наша задача вот вскрыть этот пласт, разобраться в ситуации, предложить парламенту свое видение этой ситуации. Для меня совершенно очевидно, как для ветерана Афганистана, что не имели права наши военачальники посылать эти самолеты без прикрытия, без сопровождения, без огневой поддержки на аэродром, блокированный аэродром Луганска, потому что тех сил и средств, которые там были сосредоточены, и то вооружение, которое было у наших десантников, охраняющих аэродром, они не могли, они могли противостоять там, скажем, бандформированиям, которые бы нападали, и они держат аэродром. Но предупредить и уничтожить ракетные комплексы, которые сбивали этот самолет, им было нечем. Поэтому должны были быть другие решения. Я по афганской войне могу вам сказать, никогда в Афганистане не позволили бы летчики, вот, послать летчиков, да, без прикрытия, да, без вертолетов огневой поддержки, без предварительной обработки территории, возможного поражения по маршруту посадки самолетов и ряда других вопросов. Поэтому мы близки к тому, чтобы сложить палитру полную и выйдем с промежуточным отчетом, где расскажем свое видение и будем продолжать работать. От Олександр Черноволенко, голова ТСК, розповів, що ключова проблема от в трагедії в Луганську – це відсутність координації. Але вже є час, був час, ну, щоб якось налагодити зв'язок і спілкування. Ну, я, ви знаєте, я і раніше говорив, і зараз о тому, що недостатньо координувати антитерористичну операцію непосредственно на Донбасі, вона там координується. Должен бути координаційний центр в Києві, тому що міністри, міністерства, МВД, СБУ і інші структури оборони, да, вони рівнозначні фігури. Должен быть либо там первый вице-премьер по силовому блоку, либо секретарь СНБО.
кто-то должен быть, скажем, начальником генерального штаба всей страны, да, потому что президент верховный главнокомандующий, но у него при всей важности этой проблемы вся, масса других проблем, вся страна, международная политика, и должен быть чернорабочий кто-то, да, кто ежедневно вот этим занимается, потому что на самом деле Черноволенко прав, если послушать как бы наш генералитет, то, конечно, откровенно говоря, иногда волосы дыбом встают от того, что когда, знаете, кто-то там заявляет, а вот там есть командир, а вот он там не подчиняется, а вот этот этому не подчиняется, а тот тому, а тот сказал, а тот попросил, а тот сделал заявку, а мы послали, а самолеты полетели, а почему без прикрытия, а так решили, а где были истребители, а ночью не летает, и пошло-поехало, знаете. И, естественно, сейчас никто не хочет... Там же может быть уголовная ответственность, понимаете? Пойдите сегодня матерям, женам этих офицеров и солдатиков 20-летних объясните, что кто-то бестолковый послал на верную смерть 50 человек, да, украинцев. Там вони майже щодня біля Верховної Ради вимагають евакуацію. Да, і наша ж задача, щоб ми вскрили ситуацію, хто ж все ж винен в тому, що це произошло, і в дальнейшем избежать этой ситуации. Ведь сегодня там тоже есть военнослужащие, и там сегодня они же там ведут боевое дежурство и нашли способы доставки грузов туда, вооружения и всего остального без самолетов, без, скажем, высадки десантов и прочих дел. Поэтому можно было, ну, знаете, проще кататься по накатанной. Ведь совершенно очевидно, летали туда эти борты. Это чудо, что раньше не сбили. А если бы, мое убеждение, если бы не сбили 14 числа, сбили бы 15 или 16, но при таком подходе все равно бы сбили. А можно было спланировать операцию, знаете, по-суворовски, да, там отвлекающие маневры, где-то что-то еще, там какая-то наземная операция, сопровождение, перебросить вертолетами десантников и так далее. Ну, это сложнее, да, надо было думать, надо было, понимаете, думать не хотелось. Летали себе, да летали, не сбивали, не сбивали. Хотя совершенно очевидно, что если накануне за несколько дней до этого сбили Ан-30 на Славянском, а до этого сбили вертолет с генералом Кульчицким, так надо же было думать головой о том, что у них есть зенитно-ракетные комплексы, и что они все равно собьют эти самолеты. Вот в чем вся беда. На сьогодні ми чекаємо кадрових пропозицій президента України відносно, ви сказали, можливо, і перший віце-прем'єр-міністр з питань оборони чи національної безпеки, і міністр оборони. Власне, кажуть, що віце-прем'єром з питань оборони може бути людина цивільна. А чи варто це робити? Зрозуміло, що без досвіду і така, ну, непроста ситуація. Дуже складно буде, вибачте, в'їхати в цей процес, з перших днів почати ефективно працювати. Ну, знаете, тут философский подход. Вице-премьером может быть и цивильная особа, если этот человек обладает, скажем так, организаторскими способностями, аналитическим складом ума и хотя бы в армии служил там пару лет в свое время, да, то есть, ну, для этого не обязательно. Есть генеральный штаб, есть другие структурные подразделения. Совершенно очевидно, что должно быть решение по министру обороны, потому что Михаил Владимирович Коваль, он исполняющий обязанности. Исполняющего обязанности у него круг даже возможностей совершенно другой. Поэтому я думаю, что вот мы все с нетерпением ожидаем этих кадровых решений. И я думаю, что наверняка президент сделает выводы из того, что столько наших военнослужащих погибло, в том числе и на Ил-76, и в других ситуациях, потому что из там 150 военнослужащих погибших, там 2/3 погибло в небоевых условиях. Это никуда не годится. Ще одне запитання на завершення. От наскільки, на вашу думку, ефективно і миттєво парламент реагує на ті події, які відбуваються на Донбасі? От напередодні парламент скасував мита для тих товарів, для касок, для бронежилетів. Але як виявилося, що тепер тільки спеціально ліцензовані фірми можуть завозити їх на територію України. Чому не спростити до так, мінімальних якихось чинників, які би не стримували цей процес? Знаєте, тут є одна проблема. От ми на комісії по самоліту кожен раз говоримо нашим генералам. Ребята, у нас задача не тільки виявити виновних, але й допомогти. Ви ж бачите, ми ужали все статьи бюджета, сократили все, что можно, социальные программы, стройки, вам 11 миллиардов отдали. Если вам нужны какие-то законы,
постановление Верховной Рады, правительство. Подготовьте их. У вас же есть юридические службы и в милиции, и в Минобороны, и в СБУ, и в погранслужбе, и других. Подготовьте нам и скажите, что нам для того, чтобы мы квалифицированно, эффективно проводили антитеррористическую операцию, нужны такие законы. И мы им каждый раз на комиссиях говорим, давайте, ведь не мы это должны делать и сами придумывать, как вы пример привели, а должны военные люди сказать, что есть проблема с тендерными закупками, да, есть там проблема еще с чем-то там, с освобождением от налогов и так далее. Это они должны нам сказать. И вот этой активности, к сожалению, такой профессиональной, правовой, на мой взгляд, недостаточно. Ми будемо чекати, що більш активно включиться в процес. Дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Сергій Куніцин. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.